Что? 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 Да в смысле? Нифига себе! У-ху-ху! Вы это видели? Пам-пам-пам-пам-пам. Да ладно, я с первого раза смог! Рэдик, не переживай, я с третьего раза справлюсь. Но это не точно. Итак, друзья, всем привет, с вами как всегда Робзи, и добро пожаловать на новую серию FNAF Security Breach, а точнее на 8-ю серию, я сразу скажу. Ваша поддержка — это просто нечто. Огромное количество лайков, огромное количество человек подписывается, поэтому обязательно поддержите эту серию лайкусиком, не забудьте подписаться, нажать на колокольчик, выбрать все уведомления и не пропускать новые мега офигенные серии. А я вкратце расскажу, что было в прошлом видео. Мы с вами встретили самого большого в мире аниматроника, а также завалили Рокси. Вот она, ребята, лежит, и сейчас она без глаз, потому что мы у нее отобрали. И наша задача, насколько я правильно понял, улучшить нашего Фредди с помощью вот этих глаз Рокси. Поэтому мы с вами должны отсюда выбираться. Конечно же, нужно зарядить фонарик, без этого никуда нельзя ходить. Я уже, естественно, сохранился, и мы продолжаем с вами проходить. Нажимаем кнопочку. Что? 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 Да в смысле? Нифига себе! У-ху-ху! Вы это видели? А, подожди, подожди, подожди. Она меня не видит. Она меня не видит. Я так испугался просто. Я только нажал кнопку, так. Она меня ищет. Она меня ищет. Подожди. Она же без глаз. Она меня не видит. Она меня может услышать, если я буду сюда. Тихо. Да! Пипец! Ребят, поставьте лайкусики, если вы не ожидали начала этой серии именно вот так. Я сам в шоке, на меня напала Рокси, которую мы только что завалили, которая вон там валяется. Так, я беру сразу фазер-бластер, нажимаю кнопку, она начинает бежать. Так, 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 я присел, пробивай, пробивай дверь. Да, 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 хорошо. Теперь мы должны аккуратненько пробраться мимо нее. Так, в смысле? На нее не работает? Подожди, 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 куда? Куда? Мне туда. Мне туда. Тихо, тихо, тихо. Она же не может пройти. Я спрятался. Она же не может сюда пройти. Или может? Или может? Нет, не может. Я ухожу. Я ухожу. Рок. Пошла нафиг. Пожалуйста, не ешь меня. Я ее вижу. Я могу фазел-брастером отсюда ее бахнуть. Уходи, 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 уходи. Пожалуйста, уходи отсюда. Уходи, не стой. Так, музыка успокоилась, музыка успокоилась. Она меня чует, но она меня не видит. Так, мне нужно выбираться. Где она? Где она? Так. Тихо. Я спрятался. Она должна пробить там двери. Она должна как-то выбить эти двери. Нужно... Она выбила? Она выбила? Нет. Где? Она выбила! Она горит! Она горит, ребята! Она сейчас может сгореть. Ай, блин, 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 блин. Так, подожди. Я должен забежать вот сюда. Где она? Я спрятался. Я спрятался. Так, Рокси, не угомонись. Не бесись, нормально. Мы с тобой уже договориться. Мы еще можем... Да, я понимаю, твои глаза у меня. Ну, ты понимаешь? У меня не было другого выхода. Рокси, я могу выйти. Подожди, а здесь камеры вообще работают? Подожди, камеры работают? Где я нахожусь? Она... Вот, смотрите, она стоит здесь, а я вот в этом ящичке сижу. Вот в этом, вот тут, вот в этом ящичке, вот тут слева я сижу, она здесь стоит. Так, мне нужно, получается, как-то пробежать вдоль нее, обежать весь этот огонь и отсюда попытаться умыкнуть. Так, как это сделать? Так, я понял, я понял, я понял. Вот так. Всем пока, всем пока. Я спрятался. Где? Где, 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 где? Куда мне? Куда мне? Куда? Она меня не слышит. Может быть, решетку? А! Решетка, решетка, решетка. Так, я пошел, я пошел. Так, а здесь не будет этого паука долбанного, которого был в прошлых версиях с этой решеткой? Так, я пока не слышу. Фу, мы убежали. Мы с вами, ребят, убежали. Все, у нас задание улучшить Фредди. И здесь ни черта не видно, без фонарика не справиться. Мы с вами должны выбираться отсюда. Так, я вижу дверь. Я слышу Рокси. Вы слышите? Вы слышите, там Рокси ходит? Нет, нет, нет. Надеюсь, она сюда не придет. Но это не точно. Так, у нас, смотрите, у нас с вами задание улучшить Фредди. То есть нам нужно добраться опять до его улучшения, вставить улучшение вот эти глаза Рокси, которые у нас с вами появились. То есть Фредди сделать максимально мощным, максимально офигенным. Опять! Опять в гонках Рокси. Опять в гонках Рокси, ребят. Мы с вами добрались в то место, куда мы с вами пришли.
Так, я пошел. Так, здесь гонки. Вон там лестница наверх. Я думаю, что нам нужно именно туда. А кто-то там ездит. А, подожди, это эти роботы, обычные роботы. Все, я понял, где мы. Мы разобрались со всем, с чем можно было разобраться. Или нет. А, блин, я перепугался. Я подумал, что это робот, Рокси. Почему ты прячешься от меня? Потому что ты меня хочешь зафигачить, в смысле? Рокси, почему такие глупые вопросы? Я могу, в принципе, даже здесь сохраниться. То есть мы сейчас с вами убежали от Рокси. Почему бы не сохраниться, если есть такая возможность? Ребята, не пропускайте такую возможность. Конечно, спасибо. Теперь можешь меня ловить, Рокси. Мне пофиг на тебя, я сохранился. Я от этого места начну, я отсюда выберусь, я отсюда убегу. Проход вот здесь. Нет, проход не здесь, проход вот здесь. Фонарик пока что экономлю. Здесь никого нет, и нам нужно, получается, налево, на лестницу и наверх. И мы с вами покажемся вот здесь, правильно? Да, естественно, мы оказались с вами сверху. Доходим сюда. Здесь еще одно сохранение есть, да? Но нам здесь не нужно, нам нужно сюда выйти. Так, где робот? Ага, вот. Hello! А кто тут у нас есть? А кто в теремочке живет? А никто здесь не живет, потому что все сдохли. Фредди, братишечка, привет! Ты меня приглашаешь в свой пузень? Да нет, я пока не залезу, дружище. Мы с тобой идем... Хотя подожди, я же могу просто залезть во Фредди и добежать до комнаты улучшения на Фредди, меня никто не поймает. Хотя подожди, Рокси же сейчас слепая. Она может броситься даже на Фредди. А, я же могу оглушать аниматроников, даже играя за Фредди, я понял. Так, здесь где-то выход. Вот. Мы сейчас попадем с вами в центральную часть. Давай. Нет, не центральная часть. Тихо. Где? Вон там проход. Все, вон здесь проход будет. Так, у нас осталось 3 батареечки. Это очень плохо. Это очень печально. Фредик, у тебя 3 батареечки, ты мне нужен заряжен. Да боже, не лагать. Я прошу, не лагай. Так. Это роботы. Роботы пошли нафиг. Мне нужен спуск вниз. У Фредди 3 батарейки, да? Это что такое? Здесь... А, блин, это игру залагало. Нифига, я думал, где обрыв. Так, мне нужно вон туда. Привет, робот, как дела? Нормально? Настроение хорошее, веселое? Блин, это просто жесть. Мы с вами сейчас будем проходить дальше. Мы с вами, получается, у нас с вами остался только Монти. Мы с вами уничтожили Чику. Мы с вами уничтожили Рокси. И остался только Монти. То есть осталось еще Монти победить. И все, мы с вами завалим всех аниматроников. Ну, как сказать, завалим? Они же продолжают меня искать. Фредди, ты можешь сюда подойти? Прыгай, братишка. Все, давай. Мы с тобой вместе спускаемся вниз потихонечку. Надеюсь, нам сейчас никто не помешает. Мне нужно сейчас тебя улучшить. Опять же, мне нужно тебя улучшать, только ты меня не жри, брат. Понимаешь, Фредди, Федор, Михалыч, братишка, лучший. Ты мой напарник, ты же друг, ты друг. Ты меня уважаешь, я тебя уважаю. Ты меня не хавай, пожалуйста. Мы идем с тобой прямо. Фредди, иди зарядись. Я батареечка подсела, тебе нужно срочно зарядиться. На максималочку. Да. Все. Мы с тобой подзарядились. Это максимальная батарейка. Я знаю, что 5.40, ребят. Стоп! Если сейчас 5.40, а нам нужно с вами дожить до 6 утра. То есть нам нужно прожить еще 20 минут всего лишь. Серьезно, 20 минут осталось провести в игре, ребята. Вот это пипец. Вот это мы сейчас нашего Грегори будем спасать. Так, сохранение обязательно. Фонарик под зарядочку, потому что мы там шли по темным коридорам. Нам было страшно, мы там навалили пару куч. А теперь наша задача улучшать Фредди. Так, компьютер, давай. Используйте автомат. Улучшение Рокси. Да. Мы сейчас на Фредди установим Рокси. Надеюсь, я справлюсь с первого раза, ребят. Готовьтесь. Я рукопопый. Это очень сильно меня бесит. Давайте демонтируем морду Фредди. Нажмите на нос Фредди, чтобы снять кожу с черепной коробкой. Так, я надеюсь, не промажу по носу, потому что нос все-таки не маленький. Так, осторожно, отключите глазные кабели. Синий, зеленый. Ага, давай дальше. Ага. Ап. Есть, я с первого раза справился, я еще ни разу с первого раза не справлялся. Так, удерживайте Е, закрыть инструмент и щелкните по глазам, чтобы извлечь их из морды Фредди. Я понял, спасибо. Так, по глазам, а какой, левый или правый? Ладно, левый. Фредди, извини, я твои глазки. Ставьте новые глаза в пустые глазницы. Ага, какие? Щелкните по глазам, чтобы установить их на морду Фредди. Да блин, это было и мне ясно без подсказок. Так. О, какие глазки у тебя, Фредди. Подключите глазные кабели на место. Так, запоминаем, ребят. Внимательно. Ага. Пам-пам-пам. Ага, давай. Пам-пам-пам-пам-пам. Да ладно, я с первого раза смог. Ааа!
Хорошо, поставили морду. Фредди, у тебя новые глаза, братишечка. Так, проверочка, пошла. Ага, давай. Желтый, желтый. Давай дальше. Желтый-красный, ага. Желтый. Желтый-желтый. Желтый-желтый, запомнили? Запомнили? Желтый-желтый-зеленый. Ребят, запомнили? Желтый-желтый-зеленый. Синий, желтый, желтый, зеленый, синий. The next day. Ага, и еще разочек. Желтый, желтый, зеленый, синий, желтый. Желтый, желтый, зеленый, синий, желтый. Все? Нет? 2000 years later. Желтый, желтый, зеленый, синий, желтый. Синий, желтый, желтый, зеленый, желтый. О боже мой, как я мог быть таким глупым? Я как промазал? Одна кнопка оставалась. За что мне это? Ну почему я промазал на одну кнопку, блин? Так, Робзи, ты сейчас справишься. Ты красавец, ты лучший. Ты лучший по улучшению Фредди. Никто не сможет лучше улучшить Фредди, чем ты, понимаешь? Ага, давай. Зеленый, желтый. Зеленый, желтый. Вы видели это лицо? Вы видели Фредди без головы с одними глазами? Я чуть не навалил кучу. Фреддик, не переживай, я с третьего раза справлюсь. Но это не точно. Надеюсь. Так, мы должны убрать нос. Только тогда, когда он засветит. Да, носик убрали, ушки сняли. Фредди, ты реально криповый. Вот так ты пипец криповый. Я не посмотрел, какие цвета были. А можно мне еще раз? Раз. Подожди, если я ничего не буду делать, может, можно мне еще? Почему я не посмотрел? Я с вами заболтался и не посмотрел, какие нужно кабеля опять прицеплять. Все, короче, я иду чинить Фредди, я с вами не разговариваю пока что буквально сейчас пару секунд, потому что мне нужно... Я не хочу, я уже 10... Я не помню, сколько раз я уже пытаюсь подсоединить глаза Фредди. Я постоянно болтаю и пропускаю эти цвета долбанные. Я не могу болтать и запоминать цвета одновременно. Не знаю, вот такая проблема у меня. Так, нажимаем на нос, это я помню. Все, теперь внимательно смотрим на кнопочки. Ага. Желтый, зеленый, красный. Это я увидел. Желтый, зеленый, красный. Все, я смотрю. Смотри. Красный, синий, желтый, зеленый. Красный, синий, желтый, зеленый. Вот, все. Да, теперь мы должны нажать сами на глаза, чтобы их снять. Я помню. Один глазик и второй глазик. Все. Ставьте новые глаза в пустые глазницы. Я сейчас ставлю. Подожди, но сначала я хочу кое-что сделать. Я хочу включить видео на телефоне и записывать то, что я сейчас смотрю. Гениально. Так, я вставляю глазик номер один и начинаю запись, потому что это пипец. Так, какие кнопки? Так, давай, смотрим. Желтый, синий, желтый. Это я запомнил. Желтый, синий, желтый. Дальше смотрю. А вот это я не запомнил. Я буду сейчас смотреть видео. Я буду сейчас смотреть видео. Ага, 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 ага. Вот эти три. Пам-пам-пам-пам-пам. Вот, видите? Если вы не знаете, как починить Фредди, включайте телефон, включайте запись видео, и все. И да будет, прибудет вам счастье. Так, я включаю запись видео. Зеленый. Все, давай, запомнили. Зеленый, желтый. Зеленый, желтый. Запомнили. Запись видео идет на камере у меня. Зеленый, желтый, зеленый. Три цвета я запомнил, спасибо, как в первом классе. Зеленый, желтый, зеленый, синий. Ага, давай. Зеленый, желтый, зеленый, синий, синий. Зеленый, желтый, зеленый, синий, синий. А вот тут не запомнил. Зеленый, желтый, зеленый, синий, синий, красный. Зеленый, желтый, зеленый, синий, синий, красный. Повезло, повезло. Да, я сделал. Завершите процедуру с помощью компьютера. Фредди, братишечка, я справился. Ты не поверишь, я смог тебя починить. Я поставил тебе глазки. Красивые, хорошие, вкусные. Ты у меня очень сильный, хороший, молодец. Все, где Фредди? Как тебе новые глаза? Регулировка дается мне сложновато. Ты выглядишь по-другому. Я могу видеть движущиеся объекты сквозь стены. Офигеть, это сила Рокси! Правда? Я не знал, что Рокси может видеть сквозь стены. Это глаза Рокси? Ну да, на гоночном треке произошла авария. С ней все в порядке? Еще как? Я ничего не может... Это правда, ни огонь, ни фига. Фредди, там она, короче, хотела меня просто схавать. Используйте глаза Рокси, чтобы
чтобы увидеть то, что недоступно другим. Вот это офигенно. Грегор, лишь новости. Уже почти 6 часов утра, ты будешь в безопасности, если сможешь найти выход. Но поторопись, воспитатель детского сада совершает последний обход. Так, воспитатель детского сада. Нет. Эти глаза просто чудо. Смотри. Мы видим подарки. А как туда добраться? А никак. Так, подожди, нам нужно выйти отсюда? Нам нужно найти зарядку, потому что зарядка находится здесь. Используйте выход, чтобы сбежать из пиццаплекса. Но будьте осторожны, зарядные станции отключены, поэтому они не могут вас защитить. В смысле, зарядные станции отключены? Подожди, все? Нема зарядных станций? А как быть? Так, получается, мы с вами должны отсюда сбежать. И если я не ошибаюсь, мы с вами кое-что не доделали. Если не ошибаюсь, мы могли отсюда вот сюда уйти, да? Так, у нас где-то здесь должен быть выход. Здесь лифт. Так, ага. Все, Фредди, подожди. Сейчас, секунду, сейчас я нажму. Сейчас. Да не торопись. Кнопочку, пока ночник этот не пришел. Фредди, ты такой страшный, пипец, почему мне так страшно? В общем, ребят, мы же с вами, получается, должны были еще разобраться с Монти. Либо мы можем получить, смотри, даже по заданию я смотрел, нам нужно либо сбежать из пиццаплекса или узнать, как вывести Монти из эксплуатации. Смотрите, если у нас будет возможность вывести Монти, давайте реально выведем еще и Монти из эксплуатации. Мы все подарки видим через стены, просто жесть, это же читы какие-то. Так, Рокси здесь больше нет, правильно? Здесь больше нет Рокси, здесь больше нет никого. Мы видим все через стены. Офигеть, ребят, это реально читы, это какой-то волхак. Так. А мы же все видим, получается, все, что можно будет видеть. Там собрали. Там мы не видели вообще никогда. Смотрите, там тоже подарок есть через стены. Так, батарейка пока не садится. Смотри, что здесь есть. Здесь подарок слева есть. А как сюда зайти? Подожди, это комната чья? Это комната Монти, мы здесь... Пошел нафиг. Здесь эта тварь ходит. Паскуда ходит, которая ночная. Это что такое? Это же мы сами берем сумку. Подожди, здесь сумка была? Здесь еще подарок был. Здесь я где-то видел подарок. Фредди, не может быть, мне глаза не обманывают. Либо это была сумка. Это и была сумка. Стой. Стой, Фреддик, я опять тебя влезу. Не-не-не-не-не, не торопись. Либо я слепошарый, либо я не знаю. Так вот она, блин, вот я слепой. Так вот она возле автомата стоит. Так, что здесь у нас находится? Что возле... Давай. Вскрывай. Золотой Фредди? Нафига мне золотой Фредди? Мне нужно было что-то прям мощное. Можно там базуку какую-то прям жахнуть, чтобы этого ночного гада пришибить? Может мне дождаться 6 утра? Закроется дверь, я не смогу выйти? Слушайте, вот это имба. Подожди, время сейчас 5. Подожди. Карта, задание, сообщение. Я не вижу время сейчас сколько. Сколько время? 5:59, ребята. Давайте реально проверим, что произойдет, если будет 6 утра, и мы не успеем выйти. То есть двери открываются в 6 утра. Или в 6 утра появится подарок на главной сцене. Фредди, ты не в курсе, что произойдет, если мы досидим здесь до 6 утра? Подожди, мне интересно. Я просто с Фреддика не выхожу, я буду сидеть здесь до 6. Мысли, спокойной ночи. Мысли. А, блин! Ничего не произойдет, если мы до 6 утра не выйдем, наружу, нас убивает луна. Вы поняли? Как вы, ребят, поняли, больше никаких дожиданий 6 утра, мы с вами сваливаем. Фредди, мы с тобой практически уходим, открывайте двери. Да, глаза хорошие, мы видим все через стены. Мы видим все вот эти штуки. Кстати, вот здесь, по идее, можно зайти, но нет, здесь никак не заходится, потому что здесь дверь забита, нужно уровень доступа 10. А у нас с вами только, если не ошибаюсь, 6 или 7. 7, да? Какой, ребят, у нас уровень доступа? Напишите, 7? Реально в комментариях напишите, какой у меня уровень доступа, потому что я уже и забыл. 7, 6, я не помню, вообще не важно. Короче, сбегаем из пиццаплекса. Идем по выбранному направлению. У нас с вами буквально несколько минут. Что если мы не успеем добежать, нам будет ГГшенька, нам будет просто капец, нас порвут и нас выбросят на мусор. Так,
Кнопочка, кнопочка, это мы поднимаемся на главную сцену. С главной сцены мы быстренько с вами подруливаем к лифту. Фредик, я в тебя залезу, потому что мне в тебе безопасно, у меня сейчас батарейка до конца рабочего дня бесконечная. Поднимаемся наверх. Чика, Рокси, побитые нет, Монти нет. Ребята, смотрите, дверь открыта, я уже бегу. Камбэк, возвращение скоро. Да, конечно, возвращение скоро. Я ушел, так, здесь все скрыто, там все скрыто, подарочки забрали, там подарочек не забрали, да и пофиг на него, ребят. Мы выходим, так, я смог выйти, 5.54. Так. Фредди, открой! No. Идем! Фредди, пошли! Нет, я не могу выйти из этого здания. Конечно же сможешь. Пойдем, мы где-нибудь тебя спрячем. Без зарядной станции мои системы отключатся в течение часа. Это мера предосторожности. Такова моя конструкция. Я должен остаться здесь, не смей возвращаться. Здесь никогда не будет безопасно. Я буду скучать по тебе. Фредди! Фредди, блин! Офигеть, слушай, Фредди такой офигенный. Фредди, если я уйду сейчас, ничего не изменится, ведь так? Эти исчезновения не прекратятся. Да, боюсь, что ты прав. Грегори, ты должен принять решение, дверь открыта, и ты можешь уйти, или можешь остаться и продолжить расследование загадок Пиццаплекса. Что-то мне подсказывает, что Ванни не единственная проблема этого места. Короче, ребят, у меня есть гениальная идея, давайте сделаем так. Я сейчас нажму уйти, но вы напишите в комментариях, что можно было бы сделать еще, чтобы получить другие концовки, что я, возможно, пропустил, или что вообще можно здесь натворить. Сейчас мы будем пытаться уйти, я хочу посмотреть, что я сделал. То есть я хочу посмотреть, на что я наиграл. Итак, нажимаю уйти. Выбраться из Пиццаплекса. Итак. Пошла касцена. Так. Грегори сбегает. Пытается бежать. О боже мой, офигеть. Так, немножко позже. Густой зеленый дым. Вентиляция. Так, он спит в коробке на мусорке. Это плохая концовка, что ли? Подожди, на какую концовку мы закончили? Ему очень плохо. Пропавшие дети. Огромное количество пропавших детей. Но он смог выбраться. Красный свет. Это Банни! Это Банни! Она нашла Грегори! Одна звезда. Что это означает? Fight над Фредди. Ребята, мы прошли сами игру. У нас какая-то одна звезда. Мы спали на мусорке, но нас встретила Банни. Просто жесть. Ванесса Гламурчик. Ну что, ребят, получается вот такая вот у нас интересная концовочка. Я буду рад от вас увидеть какие-то, не знаю, предложения, что можно еще здесь делать, на что здесь можно пройти, что я пропустил. Возможно, чтобы можно было еще сделать. Короче, ребят, ваши предложения в комментарии одобряются. Пишите. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, а я с вами прощаюсь. Я... Как всегда, ваш Робзи. Встретимся в следующей серии. Всем удачи. Покедова.